Растет число жертв лесных пожаров в Калифорнии. Погибших уже 25. Но цифра может возрасти. В полностью выгоревшем городе Парадайз только начался разбор завалов. Также в полицию поступило около 110 сообщений о пропавших людях. Из-за сильного ветра и низкой влажности огонь стал распространяться на другие районы – Малибу, Вентуру, Лос-Анджелес. Там жители массово покидают свои дома. В ряде округов введен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели говорят, что на полную ликвидацию возгорания уйдет не менее 3 недель. Президент США Трамп уже распорядился выделить штату из федерального бюджета необходимые средства на борьбу со стихией и на восстановительные работы.